После отборочных геймов в финал вышли три лучших баскетбольных команды нашего города. Ими являются учащиеся трех школ, таких как школа номер 3, 8-го лицея и ученики музыкально-хореографического интерната. Финал оказался довольно захватывающим. Впечатляют умения ребят. Наблюдать за происходящими комбинациями в атаках и перетасовкой подач между командами было весьма интересно. Иной раз было видно, как болельщикам так и хотелось выйти и поиграть самим за ту или иную команду, которой они болеют. Победителями соревнований оказалась команда 8-го лицея. Чуть меньше повезло команде МХО. Они по достоинству заслужили серебро. Ну и бронза в этот раз досталась школе номер 3. Как объяснил нам Султан Ахмедов Зайнудин Султанович, который является главным судьей данных игр, целью соревнований является выявление лучших игроков от каждой команды участников для организования сборной города по баскетболу. Это соревнование участвовало более 12 команд, все школы города, интернаты. Участвовала очень прекрасные подготовленные команды. Наш цель, задача была подобрать лучших игроков каждой команды на школьной лиге. 23 февраля будет зона Дагестана, школьная лига «Локомотив». Уже не в первый раз проводятся соревнования по баскетболу среди школьников. Согласитесь, лучше пусть дети будут заняты подобным, тем самым развивая свое тело в физическом плане, чем впустую тратить свое время, сидя дома за компьютерными играми или ненужным общением в социальных сетях. Ибрагим Магомедов, Мурсал Набиев, Новости Каспий ТВ.